день, дорогие друзья. Я напоминаю вам, что узнавать результаты розыгрышей тиражей лотереи «Золотая подкова» вы можете каждое воскресенье в программе «У нас выигрывают». Она выходит в эфир на телеканале НТВ в 14:00. Ну, а прямо сейчас мы готовы начать розыгрыш 128-го тиража лотереи «Золотая подкова». И сегодня мы готовы разыграть для вас 10 дачных участков и множество денежных призов. А домовой на сегодняшнем билете напоминает: увидеть ярко-красный закат к счастью и любви. А мы знаем еще одну примету. Если вы проснулись до рассвета, вас ждет хороший и удачный день. Ну, Ирида, сегодня же выходной, и вы наверняка решили выспаться. Но это тоже очень хорошо. Ведь сейчас вы бодры, энергичны, полны сил, а это залог того, что вы можете выиграть. Что ж, а мы на этой замечательной ноте запускаем лототрон. Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 12 миллионов 506 600 рублей. Накопленный суперприз – 4 миллиона рублей. Мы начинаем первый тур. В первом туре мы разыграем 100 тысяч рублей. С подробными правилами лотереи «Золотая подкова» вы сможете ознакомиться на билетах и на сайте 100loto.ru. Прошу первый шар. Двадцать восемь. Пять. 51. Внимание! Следующий ход пятый. Это значит, что накопленный суперприз лотереи «Золотая подкова», который составляет 4 миллиона рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Итак, пятый шар. 1. Накопленный суперприз лотереи «Золотая подкова» сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. А мы продолжаем розыгрыш первого тура. 62. 16. Стоп, игра. В первом туре определился победитель. Он приобрел свой счастливый билет в Иркутской области и выиграл 100 тысяч рублей. Поздравляем. Это отличная новость. От души вас поздравляем. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 10 дачных участков. Запускаем лототрон. 52. 85. 90. 44. 89. 60. 39. 46. 45. 76. 42. 15. 31. 73. 88. 56. 57. 9. 75. 19. 79. 3.
67. Шесть. 86. 80. 12. 65. 50. 36. 84. 71. 8. 24. 38. Стоп, игра! Во втором туре удача улыбнулась игроку из Иркутской области. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли дачный участок. Отличный выигрыш! Поздравляю вас! В третьем туре мы продолжаем разыгрывать дачные участки. Запускаем «Алтатрон». Шестьдесят восемь. 69. 77. 74. 20. 54. 2. 82. 64. 35. 87. 70. 63. 27. 14. 25. 29. 21. 59. 17. 32. 81. 58. Стоп, игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Татарстане. Удачи на вашей стороне. Вы выиграли дачный участок. От души поздравляю своих земляков. В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать дачные участки. Запускаем «Алтатрон». Тринадцать. Стоп, игра. Выиграли два билета, приобретенные в Красноярском и Хабаровском краях. Выигрыш дачный участок на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Пусть вам будет там весело и уютно. В пятом туре мы продолжаем разыгрывать дачные участки. Запускаем «Алтатрон». Тринадцать.
48. Стоп, игра. Выиграли 6 билетов, приобретенных в разных городах России. Выигрыш – дачный участок на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей! Сегодня мы разыграли 10 дачных участков. Запускаем лототрон. И нам предстоит разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Пятьдесят три. Четыре. Тридцать. Одиннадцать. Сорок. Пятьдесят пять. Семьдесят восемь. Шестьдесят один. Тридцать три. Тридцать семь. Семьдесят два. Двадцать два. Сорок девять. Двадцать три. Восемнадцать. Восемьдесят три. Десять. Сорок три. Сорок один. Стоп, игра. Это был последний ход 128-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего 3 шара. Это номера 34, 47, 66. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошие приметы. Если их нет в вашем билете, это означает только одно, что ваш билет выиграл. Уважаемые участники «Золотой подковы», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 12 миллионов 506 600 рублей. Выигравших сегодня 73 704 билета. Накопленный суперприз следующего тиража – 4 миллиона рублей. Дорогие друзья, ровно через неделю в 129-м тираже лотереи «Золотая подкова» мы будем разыгрывать для вас 7 загородных домов. Не пропустите! Еще 7 загородных домов мы разыграем в 130-м праздничном тираже, который посвящен Дню защитника Отечества. Также вас ждут замечательные призы для настоящих мужчин, а это 50 наборов инструментов. Дорогие женщины, поздравьте своих любимых мужчин, подарите им лотерейные билеты «Золотой подковы». Я напоминаю, что результаты лотереи «Золотая подкова» вы можете узнать каждое воскресенье в 14:00 в программе «У нас выигрывает». Ну а трансляцию тиражей лотереи «Золотая подкова» смотрите на YouTube-канале «100 лотов».